Привет, друзья! Ставьте на паузу и подписывайтесь на мой канал. Я буду вам очень благодарна. Все закончилось. Отец Фриски выступил с важным заявлением. Отец Джанны Фриски расставил все точки над «и». Владимир Борисович заявил, что скандальные разбирательства с благотворительной организацией «Росфонд» закончились. Причем не без неожиданной помощи. Владимир Копылов выступил с важным сообщением. Многомиллионный долг перед Росфондом окончательно погашен, причем не без помощи со стороны. Один человек нам очень помог. Он из мира шоу-бизнеса. Владимир Борисович по какой-то причине не назвал благодетеля, однако рассказал такие подробности. Этот человек позвонил и сказал, что хочет помочь в память о Жанне. Около 2 миллионов ему все-таки пришлось брать в долг, чтобы полностью погасить все долги перед благотворительной организацией. Долг был в районе 22 миллионов рублей. Отец артистки отметил, что им с супругой регулярно звонят со словами поддержки, соболезнования и утешения. Последнее относится к ситуации с телеведущим Дмитрием Шепелевым. Напомним, что сразу после смерти Жанны ее гражданский муж забрал их сына Платона и увез за границу. С тех пор шоумен не дает родственникам певицы общаться с мальчиком. За все 4 года, прошедших со дня смерти Жанны Фриски, ее родители видели ребенка не более 5 раз. Сейчас Дмитрий Шепелев якобы счастлив в отношениях с дизайнером Екатериной Тулуповой. Однако отец певицы не питает надежд, что новая женщина сможет убедить Дмитрия пойти на мировую с семьей Жанны. А как вы считаете, Фриски и Шепелеву удастся прийти к мирному соглашению? Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!